Сегодня на обед в моем арсенале супчик, наш классический рассольник. Томится моя зажарка, нарезала я огурчики. Класть огурчики сразу с морковкой и луком или чуть позже, это ваше дело. Вот я добавила огурчики в зажарку, можно было сразу добавить, как кому нравится. И рядышком у меня стоит перловка, которую, вернее, бульончик. Тут бульончик мяса индейки. У меня были маленькие медальончики. Цельные кусочки большие я пожарила для себя. А маленькие вот я кинула на супчик. И уже отварила бульон. Вот маленькие кусочки индейки и картошка. И ждет зажарку мой супчик. И рядом стоит кастрюлька. Здесь у меня перловка. Перловку отварила первой. Накрыла крышкой, чтобы она немножко настоялась. Добавлю ее в конце в супчик. Вместе потом с зажаркой. Зажарка почти готова. Все готовлю на одной конфорке, потому что очень быстро. Кусочки мяса были маленькие. Бульон быстро проварился. Добавила картошки. Сняла на 5 минут бульончик. Поставила быстро зажарку. И перловку я отварила до того, как я бульон сделала. Соединяем все в кастрюльку. Суп варится очень быстро. Вернула я бульончик на конфорку. Картошечка, огурчики. Зажарка из лука и морковки и огурцов. Лаврушка. Слила я воду с перловки, промыла ее. Как кому нравится промывать, нет. Я отдельно отвариваю перловку, чтобы бульон был, ну, супчик был, бульон был красивый, не мутный. Добавляем супчик крупу. У меня классический вариант рассольника. Сколько огурцов добавлять, это ваше дело. Если кто любит более ядреный вкус, можно еще добавить сам рассол с баночки, где были огурцы. Огурцы французские, в Кафо, в Карифоре, они стоят 1 евро, это минимальная цена за баночку. В одном видео я показывала наши огурчики за 1 евро из Карифора. И у меня есть свежий кориандр, я добавлю в виде зелени. И немного вегеты в бульон. Накрываю крышечкой, чтобы немного проварилось вместе все. Супчик кипит вовсю. Вот такой красивый супчик получается, классический. Добавлю сюда сметанку в тарелку. По желанию можно яичко в тарелку добавить. Для сытности. И для красоты. Красивый супчик, красивую тарелочку налью. Сметанку приготовила. И вот у меня свежий кориандр есть. Добавлять кориандр в тарелку или в супчик. Кастрюльку тоже ваше дело, как кто любит. Лаврушка внутри варится. Соль, перец по вкусу. Немного вегеты я добавила, как я сказала. И вот такой супчик, классический рассольник. Если хотите, чтобы более наваристый был, мясо взять, свинину на косточки, ребрышки. Тогда будет более наваристый. Я маленький кусочек вот положила мяско. Это индейка, остатки от того, что я брала. Вчера пожарила и специально 2 маленьких кусочка ставила, чтобы был вкус все-таки у супа. Ну, кто не ест мясо, вегетарианцы, можно такой вот без мяса сделать. Еще быстрее будет. Не придется бульон варить. Сразу овощи, все быстренько закладывается. Еще быстрее с перловку если кинуть внутрь вместе с картошкой варить. Но суп может быть не совсем прозрачный, мутноватный за счет перловки. Я ее отдельно отварю. Немножко промываю и добавляю в конце вместе с зажаркой. Еще пару минут прокипит и можно разливать по тарелочкам. Плиту выключила и наливаю в тарелочку супчик. Я все попробовала. Мне хорошо. Соль, перец, вкус огурчиков хорошо чувствуется. Но я не наливаю туда рассол. Мне хватает так вот 2 огурчика маленьких порезала и достаточно мне. Если кто хочет более такой насыщенный вкус огурцов, значит, тогда рассольчика добавить. Ну, или огурцов больше. И мой рассольник готов. Зелень я кинула свежую внутрь супа. Но можно и в кастрюльку. Ложечку сметанки. Зеленушка. Все как полагается. Хотите яичко для красоты и вкуса, можно тоже. Если у кого после Пасхи остались яйца, вот как раз тот вариант. Бывает яиц много. И вот на четвертинке режете и красиво. Ну, вот такой скромненький обед из нашего классического рассольника. Мандаринки, напиток ментоловый, хлебушек
И приятного всем аппетита! Заходите на мой канал, подписывайтесь. Будут новые рецепты. Наша классика, французское что-то, миксированное. Спасибо, что зашли на мой канал. До новых встреч!